говорят, что он мог выгнуть свои руки в противоположную сторону от ладони. Кажется, что еще пройдет какое-то мгновение, и эти руки разомкнутся, и он будет ими двигать. Это был человек, которому было интересно буквально все. В период битвы за Москву институт Склифосовского работал буквально в непрерывном режиме. Это был человек, который притягивал к себе многих-многих людей из разных сфер. Сегодня мы говорим о великом русском хирурге Сергее Сергеевиче Юдине. Имя Сергея Сергеевича известно практически всем хирургам в нашей стране. Сергей Сергеевич придумал метод переливания трупной крови, что спасло в годы Великой Отечественной войны жизни многих людей. Его операция по замене пищевода на искусственный пищевод спасла жизнь многим людям, которые страдали либо от ожогов этого органа, либо от раковых опухолей этого органа. Сергей Сергеевич родился в 1891 году в известной московской купеческой семье купца первой гильдии Сергея Юдина, который занимался поставками специальной канители для погон и для знаков высшего воинского отличия. И семья, конечно, была не бедная, семья отличалась большим капиталом, и все семеро детей Юдиных получили блестящее образование. Сергей Сергеевич, играя на музыкальных инструментах, очень любил Петра Ильича Чайковского, его произведения, мог читать эти произведения с листа вслед за исполнением на грампластинках или за исполнением других музыкантов. В Российском музее медицины хранится большое количество экспонатов, связанных с именем Сергея Сергеевича Юдина. Одно из них – это копия картины известного советского художника Нестерова, который в 30-е годы выполнил два портрета Сергея Сергеевича. Сергей Сергеевич на этом портрете запечатлен в своем рабочем кабинете, и центром композиции является не сам образ хирурга, а его необыкновенно пластичные руки, которые, по сути, в тот период творили чудеса, о которых ходили легенды. Есть даже карикатура кукрыниксов, где они нарисовали руки Сергея Сергеевича не с пальцами, а с хирургическими инструментами вместо пальцев на концах, которыми он вот что-то там делает. Сергей Сергеевич в 1911 году поступает на медицинский факультет Московского университета, и как раз к началу Первой мировой войны у него уже время заканчивать медицинский факультет, но, к сожалению, экзамены ему сдать не удалось, и он отправляется обычным зауряд врачом на фронт. На его выбор того, чтобы пойти на фронт, повлияло и, конечно, его патриотический настрой, но и то, что его младший брат в этот период был призван также в армию и находился на фронте. На что Юдин сказал, что как же я буду здесь в Москве учиться, если мой младший брат там на фронте, и он воюет, я должен быть рядом с ним. И в последующем, когда уже получил диплом врача, у него было распределение в госпиталь, он мог поменять свою воинскую часть, в которой он служил. Сергей Сергеевич, несмотря на это, остается рядом со своим братом и делает даже те вещи, которые для врача были совершенно не нужны. То есть он вместе с братом ходит в разведку, объясняя это тем, что если вдруг брата ранит, то я должен находиться рядом, чтобы оказать ему медицинскую помощь. И даже известен один эпизод, когда, пойдя вместе с братом в разведку, Сергей Сергеевич заблудился. Он говорит, что только чудо спасло его от того, что вражеские солдаты его не заметили, и ему чудом удалось вернуться обратно в расположение частей русской армии. На фронте Первой мировой войны он был тяжело ранен, его ранение было в позвоночник. После этого ранения он был демобилизован из армии, и уже находясь в госпитале в Туле, он там познакомился, кстати, со своей супругой, он там лечился, и после излечения в Туле его направили как раз в санаторий Захарино. Сергей Сергеевич часто приезжал в наркомздрав, общался с самим Николаем Александровичем Семашко, и у Семашко требовал нужные ему аппараты. И Семашко долгое время считал, что Юдин не врач, а хозяйственник.
И когда он с ним разговорился, он спросил, что, говорит, да вы товарищ врач? Он говорит, да, я врач. А я почему-то думал, что вы вот там снабженец или хозяйственник или еще кто-то. То есть такие вот пробивные качества Сергея Сергеевича, они даже иногда, ну, играли ему немножко не на руку. Он, в нем врача не признавали, признавали какого-то там завхоза, хозяйственника, кого угодно. Сергей Сергеевич Йодин всю свою жизнь увлекался различными открытиями как в области медицины, так и в других отраслях науки. В начале своей деятельности, в 1919 году, будучи врачом в санатории Захарина, Сергей Сергеевич Йодин увлекся рентген-диагностикой, увлекся этим новым методом лечения туберкулеза. Для того, чтобы получить рентгеновский аппарат, Сергей Сергеевич отправился в наркомат здравоохранения и добился личной подписи Семашко на том, чтобы этому санаторию выделить рентгеновский аппарат. Аппарат был доставлен в санаторий Захарина, и к нему прилагалось 4 рентгеновские лампы различной направленности. 2 диагностические и 2 лечебные. Вот у нас в музее хранится подобная лампа. Это лампа, выпускавшаяся фирмой «Сименс» в начале 20 века. Время было голодное, время было тяжелое. Для того, чтобы как-то поддержать свою семью, жену и маленького ребенка, Сергей Сергеевич приобрел на деньги, оставшиеся от семейного капитала, корову. И вся тяжесть работы, в частности, доения и выпас этой коровы, легли на Сергея Сергеевича Юдина. Он долгое время, буквально до 3-4 часов утра, засиживался за своими медицинскими трудами, ждал, когда нужно было эту корову подоить. После дойки коровы он отводил ее в общее деревенское стадо. Потом днем ходил также в период рабочего времени, уделял час-полтора, чтобы подоить эту корову, возвращался дальше, продолжал работать. Институт Склифосовского был как научно-исследовательским учреждением, так и больницей, в которую везли со всей Москвы людей с различными тяжелыми состояниями. То есть это была скоропомощная больница. На тот период в Институте Склифосовского, когда туда пришел Юдин, недостаточно было оборудования, недостаточно было врачей. То есть Сергей Сергеевич под свои организаторские способности он и комплектовал штат тех людей, с которыми он работал, также оснащал Институт Склифосовского нужными ему оборудованием. Сергей Сергеевич же за свои книги получал, в частности, в 2020 году премию Рейна и несколько раз был премирован поездками за границу. Из каждой своей заграничной поездки Сергей Сергеевич привозил какие-то, ну, скажем так, иностранные медицинские инструменты, которых не было в нашей стране. При Сергее Сергеевиче Юдине Институт Склифосовского стал самой лучшей оборудованной клиникой Москвы, которая была способна оказывать различную хирургическую помощь больным людям. Вот одно из самых, скажем так, знаменитых и необычных открытий того периода – это переливание трупной крови. В 1928 году на Украинском съезде хирургов Юдин услышал доклад Шамова, который рассказывал о том, что в 1928 году в Харькове они провели эксперимент по переливанию трупной крови некоторым собакам. И доказал, что собаки при этом оставались живы, и этот эксперимент можно было бы использовать на людях. Юдин спросил Шамова, а почему вы не сделали этот эксперимент на людях сами и не стали великим человеком, который войдет в историю медицины? Шамов ответил, что мы таких операций проводить не можем, потому что мы больница, в которой проводятся плановые операции, все, да, соответственно, должно быть по плану, все четко запротоколировано, мы не ставим никаких медицинских экспериментов. А вот вы у себя в Институте скорой помощи, в Институте Склифосовского можете такой эксперимент провести, и вам это, ну, по статусу положено, и вы это можете сделать, скажем так, не нарушая никакого законодательства. Но когда Сергей Сергеевич стал думать о том, чтобы произвести этот эксперимент, он долго ждал подходящего больного, которого должны были привести чуть ли не в состоянии клинической смерти с полной кровопотерей. И такой больной у него появился в 1930 году. Это был 33-летний инженер, который пытался покончить жизнь самоубийством, классическим способом, вскрыв себе локтевые вены и погрузив себя в ванну с горячей водой. В этот период у Сергея Сергеевича был человек, который скончался
вот практически недавно, ему было 60 лет, скончался он от сердечной недостаточности. То есть он идеально подходил как потенциальный донор крупной крови, и он же и по группе крови подходил этому инженеру. Произвели быстрый забор трупной крови, перелили 420 миллилитров этой трупной крови этому 33-летнему инженеру, и уже буквально через 3 дня с зашитыми венами его выписали сначала в психиатрическую больницу, затем после свидетельствования отпустили домой. Этот случай впервые в истории медицины был запротоколирован, и с этого момента начали использовать трупную кровь. Кровь доноров негде было хранить, не было банка крови. А трупная кровь по своим свойствам хранилась больше и лучше, и в охлажденном месте она могла храниться практически до суток. Поэтому вот этот вот метод, он использовался еще и в годы Великой Отечественной войны, когда консервировать и хранить кровь было очень сложно. В фондах музея большое количество фотографий, которые иллюстрируют весь жизненный путь Сергея Сергеевича Юдина. В годы Великой Отечественной войны, в период обороны Москвы, Сергей Сергеевич Юдин вместе со своими хирургами Института Склифосовского оперировал большое количество раненых, которых приводили с передовой буквально непрерывно. И за вот этот вот героический труд Сергей Сергеевич был награжден орденом Красной Звезды. В период битвы за Москву Институт Склифосовского работал буквально в непрерывном режиме. Большинство хирургов были мобилизованы на фронт, но те, кто остались, работали буквально в 3 смены. Между операциями спали по 4-5 часов. И для того, чтобы им лучше восстанавливаться, хирургам непосредственно здесь же в палатах оборудовали спальные места, они отдыхали и снова вставали к операционному столу, продолжали оперировать. Перед вами кадры военной хроники. Профессор Юдин оперирует в полевых условиях. Второй Украинский фронт, 1944 год. В 43-44 годах Сергей Сергеевич начинает выезжать на фронт, оказывать консультации фронтовым хирургам и показывать какие-то новые методы лечения огнестрельных ранений бедра. В частности, вот он в этот же период изобретает специальное устройство для того, чтобы гипсовать эти огнестрельные ранения, чтобы людям с этими ранениями было легче реабилитироваться и уже чтобы не было последствий для двигательных функций ноги, чтобы можно было возвращать этих солдат в строй. Сергей Сергеевич в личном общении был человек очень неординарный, очень эрудированный, знание иностранных языков, свободное владение музыкальными инструментами. И еще, наверное, то, что он интересовался всем и вся. Он всю свою жизнь лелеял мечту о том, чтобы создать в Институте Склифосовского музей для своих больных. Собирал картины и даже обращался в Третьяковскую галерею, чтобы из фондов Третьяковской галереи, не задействованных в экспозиции живописных полотен, чтобы они были размещены в больнице в Институте Склифосовского для лучшего выздоровления больных, для того, чтобы вот вид таких прекрасных живописных полотен создавал настроение, и люди выздоравливали. Когда реставрировали церковь, опять же, по инициативе Сергея Сергеевича, церковь в странноприимном доме, то на этих леса Сергей Сергеевич лично взбирался наверх по лесам и брал в руки губку, которая отмывала те фрески, которые были заштукатурены после революции. Он занимался реставрацией, он занимался живописью, он что-то мастерил своими руками, делал какие-то подручные средства, которые потом использовались в операции. Опять же, вот, наверное, его вот это вот образование, эрудированность, она притягивала к нему людей как из среды медицинской, так и из актерской, из среды художников. То есть это был человек, который притягивал к себе многих-многих людей из разных сфер. Он владел английским языком, что, наверное, впоследствии сыграло для него плохую роль. Он спокойно общался с дипломатами, которые приходили в больницы. В
Российском музее медицины хранится уникальный экспонат. Это мантия почетного профессора Королевского колледжа хирургов Великобритании, которая была вручена Сергею Сергеевичу Юзину в 1943 году. Делегация хирургов из Великобритании и Соединенных Штатов Америки приехала в Советский Союз специально для того, чтобы Сергею Сергеевичу Юдину и Николаю Ниловичу Бурденко вручить дипломы почетных профессоров и вот такие вот красивые мантии. Эта мантия была одним из любимых предметов Сергея Сергеевича Юдина. Он часто в ней читал лекции, часто выходил в ней на планерке в своем институте Склифосовского. Неординарная личность Сергея Сергеевича Юдина сыграла, наверное, с ним злую шутку. В 1948 году поздно вечером за ним приехали, как это часто бывало, на машине, сказали, что нужна консультация для какого-то пациента, имя которого они называть не могут. И Сергей Сергеевич ничему не удивился. Такие вызовы в Москве были для него достаточно частыми. Он ездил на консультации членов Политбюро ЦК КПСС и других начальников. После этой поездки его доставили на Лубянку, где он был тут же допрошен, ему были предъявлены обвинения в измене Родины, тут же предъявили и его разговоры с иностранными дипломатами, которые он вел в достаточно свободной форме, приписали, что как будто он показывал им карты военных действий, рассказывал о том, что делалось в Красной армии. То есть, ну, по сути, его обвинили в шпионаже в пользу империалистических держав. Обвинение позднее будет снято после смерти Сталина, он будет реабилитирован, но в тюрьме он проведет 3 года, 3 тяжелейших года в его жизни. Во время тюремного заключения Сергей Сергеевич добился права того, чтобы ему можно было писать голодовками. Он несколько недель голодал, после чего тюремная охрана уступила. Ему были предоставлены огрызок карандаша на обрывках туалетной бумаги. Он начал писать свои записки хирурга, которые позднее будут изданы его верной медицинской сестрой Голиковой, которую он после того, как выйдет из тюрьмы, передаст эти черновики. После смерти Иосифа Виссарионовича Сталина его реабилитировали, его вернули в Москву, ему даже разрешили вернуться в институт Склифосовского, куда он вернулся к своим бывшим коллегам и товарищам. Вот. Но годы, проведенные в тюрьме, они сказались на Сергея Сергеевича, и буквально через 11 месяцев он скончался от инфаркта. У него и так было слабое сердце. В 43-м году он перенес первый инфаркт. Дальше сердечные проблемы давали о себе знать. Но понятно, что тюремное заключение в этой ситуации сыграло только как усугубляющее. В фондах Российского музея медицины хранятся посмертные маски, снятые с великих русских хирургов. Вот здесь перед нами посмертная маска, которая была снята с Сергея Сергеевича Юдина в 1954 году после его смерти его другом, скульптором Олениным. А Ленин особое внимание уделил рукам хирурга. При жизни Сергея Сергеевича о его руках ходили легенды, говорили, что он этими руками может творить чудеса. И здесь уже на посмертной маске мы видим руки живого человека. Кажется, что еще пройдет какое-то мгновение, и эти руки разомкнутся, и он будет ими двигать. С необычной любовью выполнена эта посмертная маска, потому что Ленин был его другом, его товарищем. Многие годы он проводил в кабинете Сергея Сергеевича Юдина, как раз создавая скульптурные портреты его современников, великих русских врачей. Сергей Сергеевич, будучи очень образованным человеком, он опирался в своей жизни и в своей медицинской практике, естественно, на
труды и открытия своих предшественников, но всегда интересовался чем-то новым. Пытался изобрести какие-то новые методы лечения, которые в последующем, даже после смерти Сергея Сергеевича, долго использовались в советской медицине. Его метод переливания трупной крови использовался до 60-70-х годов прошлого века. Метод проводниковой анестезии и по сегодняшний день используется, может быть, в более усовершенствованном виде, но и сегодня его использует современная медицина в хирургической практике. Личность Сергея Сергеевича Юдина очень многогранна и очень интересна. Многие вещи, иллюстрирующие его как хирурга, как общественного деятеля, как выдающегося человека своей эпохи, хранятся в Российском музее медицины. Приходите в Российский музей медицины познакомиться с Сергеем Сергеевичем Юдиным.